Готовим овощной салат с курицей. На подсолнечном масле обжариваем куриную грудку. Заранее посолите и добавьте паприку. Обжариваем с двух сторон до полной готовности. Убираем в сторонку. Дальше берем зелень, у меня смесь. Кладем помидоры, огурцы, немного перемешиваем. Дальше выкладываем авокадо, мягкую брынзу, можно заменить на моцареллу, и жареную курицу. Убираем в сторонку, для соуса берем оливковое масло, добавляем бальзамический уксус, соль и лимонный сок. Хорошо взбалтываем и заправляем салат. Смешиваем все ингредиенты. Салат готов. Всем приятного аппетита! С вами была Дания.